Холдинговое объединение «Кызылорда Жарығы» провело день открытых дверей. Энергетики ознакомили посетителей с предприятием, поделились новшествами. «Кызылорда Жарығы» обеспечивает электроэнергией свыше 86 тысяч абонентов. Среди приоритетов – цифровизация. На сегодня на цифровой формат переведено 25% рабочего процесса. По словам специалистов, это уже дало свои результаты в экономии времени и ресурсов. Внедрение электронной оплаты немного упростило жизнь потребителям. Ушли в прошлое огромные очереди и давка. По всему городу на сегодня установлено свыше 700 терминалов. Каждая операция проводится без комиссий. В 2013 году в Кызылорде мы столкнулись с проблемой низкой оплаты за потребленную энергию. Очень было тяжело собирать долги и работать с населением. С трудом собиралось только 75% средств. На сегодня мы достигли уровня сбора оплаты за электроэнергию 95-100%. Это все благодаря другому подходу к работе. Внедрили биллинг, мобильные приложения и терминалы. С каждым потребителем мы заключаем договор на СМС-услугу. То есть это дает каждому потребителю, не приходя в ДТО «Энергосервис», производить оплату по терминалу с любой точки нашего города. Сейчас мы ввели единый платежный документ, то есть это принцип единого окна. Каждый потребитель может прийти в любую кассу нашего ДТО «Энергосервис», оплатить за все коммунальные услуги. Это у нас в данный момент 5 услуг. Холдинг следит за состоянием электрохозяйства на подведомственной территории. К примеру, сейчас ведется ремонт внутренней электропроводки в доме номер 16 в микрорайоне Ахмишет. Абоненты довольны качеством работы специалистов.